Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Как прекрасно жить на свете, если ты гиппопотам. Посидел чуть-чуть на месте и поплавал тут и там. И о погоде на 17 мая в Архангельской области. В Котласе плюс 16, слабый ветер, ясно и без осадков на протяжении дня. В Плесецке малооблачно, плюс 15, без осадков и ветер слабый. Вельск плюс 12, ясное небо, также слабый ветер. И о погоде в Архангельске. Утром температура воздуха плюс 13, днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, а вечером температура опустится до 10. На протяжении дня ясно и без осадков. Пусть кажется, что нет назад пути, и против выстроился целый мир. Среди дорог всего одну найти и молись, чтобы хватило сил. До встречи на телеканале ПС.